Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня в этом видео мы будем делать нечто супер-мега странное на моем канале. А знаете почему? Потому что это старт нового шоу. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Сегодня Лиса и Лиана будут бороться за право не быть униженными на весь торговый центр. Правила очень просты. Каждая девчонок получает пакет с косметикой одного веса. Задача за 20 минут раздать как можно больше косметики, чтобы твой пакет к концу оказался легче пакета соперницы. Условия. Раздавать косметику можно либо за участие в викторине, где людям придется правильно отвечать на вопросы, либо за выполнение странных заданий. Так, кто проиграет, будет обязан пройти очень сложные испытания вместе с рандомным прохожим. Но и цена за это задание будет также высока. Нет, ну пожалуйста, вернитесь, ну куда вы уходите? Нет. Кстати, о косметике, которую получат люди. Два пакета, ой, боже мой, здесь просто дохренища косметос, я не знаю, сколько здесь веса. А еще, ребята, еще у нас есть холодильник. И да, это самый настоящий холодильник с косметикой. Вы мне не верите, но это очень зря. Почему? Потому что он доверху набит косметосом. Но это отдельная история, и о ней вы узнаете позднее. Сейчас мы будем взвешивать пакеты, которые у нас получились, потому что вес в каждом должен быть абсолютно одинаков. Давай, Лиана, ставь свой пакет первым. Килограмм 76 грамм. Килограмм 89. Да, давай, чтобы было поровну, я заберу тебе какие-нибудь тенюшки. Оп, да. Вот, да, килограмм 80, а у меня кило 74. Слушайте, глаз алмаз, я считаю. Ну, просто. Обязательно напишите в комментарии, как вы думаете, у кого получится победить в этом видео, у меня или у Лианы. Пойдем докапаться до людей. Погнали. Кстати, у нас таймер. Мы должны уложиться всего в 20 минут. Всего в 20 минут. Я пошла. Я еще время не засекла, не знаю, когда она полетела. Давайте засечем время. Не забывайте ставить лайки и предлагать ваши задания и вопросы для следующих выпусков шоу. Время пошло. Подожди, я не готова. Я ищу Лису и смотрю глазами. Может быть, она уже что-то делает, и это добавит мне смелости. Ладно, давайте так. Я сегодня буду мужиком, у меня стальные яйца. Я все могу, всех сейчас спрошу и вообще, и все сделаю. Пойдемте в курьер? Нет, не пойдемте, я передумала. На самом деле надо просто разогнаться. Это типа я сейчас такая боюсь. О, пойдем к ребятам. Ребят! Ребят, подождите! Привет! Да, привет. Меня Лиан зовут. Мы не снимаемся. Не хотите? Нет. Прям вообще? Вообще. Даже за подарочки? Даже за подарочки. Девушка, здравствуйте, извините, не хотите поучаствовать в небольшой викторине взамен на косметику? Нет. Точно не хотите? У нас много дорогой, хорошей косметики, нужно всего лишь ответить на вопросы. У меня будет всего три вопроса к вам. Первый, что такое неглиже? Ну, что-то стыдное, типа. Нет, не совсем верно. Второй вопрос, что такое керлер? А, это расческа такая. Для ресниц. Да. Да, 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 все правильно, отлично, вы уже выиграли одно средство, видите, как все шикарно. И два самых популярных вида наращивания волос. Не знаете, ладно, вам достается одно средство, держите. Спасибо. Это подводка, пожалуйста, хорошего дня. Здрасте, а сыграете со мной в игру? Смотря в какую. Ну, вы мне ответите на вопрос, если правильно ответите, я вам подарю косметику. Вы сможете ее кому-нибудь подарить. Знаете, косметика – это то, что мне нужно. Прекрасно, давайте. У вас есть что-нибудь для волос? Слушайте, найдем, для вас все найдем. Да. Давайте, там будет всего три вопроса. Слушай, у меня нет, мне в администрацию ждут, поэтому я не могу. Но это прям очень быстро. Если вы будете через час, да, буду. Я обязательно пройду мимо. Ладно, договорились? Все. Самое неловкое, что здесь почему-то одни мужчины, которым, во-первых, нафиг не нужна косметика. Ну ладно. Если ответите правильно на три вопроса, я вам подарю три продукта косметики. Вы сможете их потом кому-то подарить, там, маме, девушке, жене. Девушке, жене. У вас есть и девушка, и жена, например. Давайте? Давай. Ура! Первый вопрос. Что такое в неглиже? В неглиже? Да. Честно, не знаю. Не знаете? Термин знакомый? Да-да-да, но вы можете предположить. В неглиже, ну что-то прозрачное. Прозрачная одежда или вообще без одежды? Ну, почти. Это утренняя легкая домашняя одежда такая, полупрозрачная. Хорошо. Второй вопрос. А что такое керлер? Керлер? Да. Это волшебно спортивное или нет? Нет. На самом деле это щипцы для завивки ресниц. Назовите два самых популярных вида наращивания волос. Вообще не знаю. Нет, ни одного? Я блин, вы, к сожалению, не ответили ни на один вопрос, я не могу подарить косметику. Ну, спасибо вам огромное, что поиграли. Да, спасибо, хорошего дня, до свидания. Девушка, здравствуйте, не хотите поучаствовать в розыгрыше косметики? Всего лишь нужно на три вопроса ответить, и тогда вы получите три косметических средства. На какой зоне нужно тестировать тональный крем, чтобы не ошибиться с цветом? Запястье. Не совсем, нужно тестировать на шее, чтобы наверняка. Второй вопрос, что такое блоттер? Я не знаю. Что такое кринж?
это ужас. Держите, я даю вам одно косметическое средство. Извините, мы снимаем шоу для YouTube-канала. Вы не хотите попробовать свои силы? Получите 3 косметических средства. Вам нужно в обратную сторону, которая эскалатор идет, просто на него подняться или спуститься вниз по тому, который идет наверх. Это достаточно легко, и будет 3 больших косметических средства. Попробуйте? Давайте. Отлично, пойдемте. Отлично, наш победитель. 3 косметических средства, держите. Спасибо большое. Отлично. Первый человек, который выполнил задание, есть. Теперь мы приступаем ко второму человеку, который ответит на вопросы. Девочки, привет. А сыграете со мной в игру? Если ответите правильно на 3 вопроса, я вам косметику подарю. Спасибо. Точно не хотите попробовать? Вы не хотите поучаствовать в розыгрыше косметики? Достаточно просто ответить на несколько вопросов. Уверены? Ну, знаете, отказы – это нормальная история. Ничего такого в том, что кто-то отказывает, нет. Ребята, привет! А не сыграете со мной в игру? Девушки, здравствуйте. Не хотите поучаствовать в YouTube-канале и выиграть немного косметики? Да я вам косметику подарю. А, не, нам не. Ну, вы маме подарите, подружке, сестре. Очень простые задания. Можете выбрать классную косметику. Корейскую, дорогую, богатую. Не уходите, нет! Ну, серьезно? Ну, нет, ну, пожалуйста, ну, вернитесь. Ну, куда вы уходите? Ну, нет! Здравствуйте. Меня зовут Ляна, а вас? Сыграете со мной в игру? Мы не можем. Это прям очень быстро. Я вам косметику подарю, если вы правильно ответите. Да, я хочу за косметику. Давайте, прям, это прям супер быстро. Мне очень. Ой, тут задание, но это очень быстрое и простое задание. Хотите? Давай. Оно прям очень легкое. Давай. Нужно забраться по эскалатору, который идет вверх. То есть спуститься и забраться. А, нет, колени, вот я прям, вот я вчера занимался. Да черт, что такое? Ты не представляешь, как все болит, ноги, и я просто разваливаюсь. Я сейчас просто споткнусь и разобью себя. Ну, давайте тогда попробуем на вопросы. Да? Покажи. А не покажу. Давайте попробуем. Какие типы кожи бывают? Перечислите. Это бабские вопросы. Ну да, про косметику. За косметику, конечно. Типы кожи жирная? Да, правильно. Так, отлично. Да, еще один остался тип. Ну, вы правильно назвали целых 2. Знаете, жирная и сухая бывает у кого-то и такая, и такая. То есть она как бы какая? Сухожирная? А, средней жирности, средней сухости. Комбинированная. Комбинированная. Почти. Смешанная. А что такое BB-крем? BB. Baby care, baby baba, baby bubble. Нет, BB. BB, да. Это детская? Нет. Это BB. Это сокращенно от чего-то, да? Ну да. Наверное, какая-нибудь средней тяжести. Это легкий тональный крем. Ну, почти. Что такое шиммер? Шиммер. Что-то тереть. Нет. Что-то отдирать, что-то отслаивать. Что-то отрезать. Нет. Это блестки. Это блестки. Блин, вы, к сожалению, не ответили. Спасибо вам большое. Можно вас обнять? Да, вы клевый. Привет, сыграйте со мной в игру, я вам косметику подарю. Спасибо. Точно не хотите? Ладно, хорошего дня. Здравствуйте, не сыграйте со мной в игру, я вам косметику подарю. Нет. Пожалуйста, хорошего дня. Здравствуйте, не хотите попробовать поучаствовать в розыгрыше косметики? Достаточно всего лишь ответить на 3 вопроса. Ну, давайте. Отлично. На что похожи кисть Кабуки? У вас классная прическа. Спасибо большое. На пони. Правильно. Одно средство у вас уже есть. Всего у нас 3 вопроса. Можете выиграть 3 косметических средства. Второй вопрос. Год отмены крепостного права. 1869. Ну, почти. 861. Фу, да, 861. Где обычно используется пломбер? В стоматологии. Близко, на губах. Ладно, я дам вам 2 косметических средства, потому что вы были близки как никогда. Итак, средство номер 1, средство номер 2. А что это такое вообще? А это очень хорошая фирма для бровей средства. Я подходила уже к нескольким мужчинам, никто из них правильно не задал вопрос, но я вижу девушек, пойдемте. Здравствуйте, не сыграйте со мной в игру? Я вам косметику подарю, если правильно на вопрос ответите. На самом деле это супер стрессово, подходить к людям, вторгаться в их личное пространство, в их зону комфорта, это прям неприятненько. Ну погнали дальше, что делать? Я раздала пока 0 косметики, времени прошло уже, наверное, дофига. Что-то я не уверена, что я выиграю, но я по-честному, если не отвечает на вопросы, я не раздаю. Если Лиса не так, то вы за ней сейчас смотрите, а я-то не смотрю. Что такое гаммаж? Это типа скраб? Да. Вау, супер, просто до этого мне никто ни на что не отвечал. Это скраб, все правильно. Какая самая высокая гора в мире? То ли Эльбрус, то ли Эверест. И один из них надо выбрать? По-моему, Эльбрус. Нет, Эверест. Годы Первой мировой войны.
Не помните? Да, почувствую. Ладно, 1914-1918. Но вы правильно ответили на один вопрос, и я могу вам подарить один продукт косметики. Держите, это палеточка теней. Пожалуйста. Спасибо вам большое, что поучаствовали. Один продукт косметики, всего один. Следующее задание будет очень жестким. Знаете почему? Потому что следующему человеку, который захочет получить 3 косметических средства, придется сделать упражнение киска посередине зала. А знаете, что такое упражнение киска? Это значит, что ты должна встать в позу кошечки и помяукать прямо где-нибудь вот здесь. Девушка, здравствуйте. А вы не хотите поучаствовать в конкурсе «Вопрос-ответ»? А жаль, могла бы помяукать, встать на четвереньки, сделать так вот мяу-мяу-мяу, выбрать себе 3 косметических средства. Ничего такого. Я вообще не понимаю, в чем проблема встать на четвереньки и помяукать. Ну, типа, серьезно. Смотрите. Смотрите, как элегантно можно это сделать. Можно сделать просто вот так вот и сделать мяу. Ну и все. И целый пакет косметики берешь и забираешь. Скажите мне, это было сложно? Я могу даже поползать. Я же кошечка. Ребята, привет. Сыграйте со мной в игру, я вам косметику подарю. Ну, косметику можно будет маме подарить, сестре, там, подруге. Супер, смотрите, для того, чтобы выиграть косметику, 3 средства, вам нужно сделать упражнение киска посередине зала. Просто вот так. Видишь, я только что сделала. Давай, ты хочешь вместе, чтобы ни одному позориться? Хочешь? Давайте. Давай вместе, вставай. Давайте втроем, я вам обоим дам. Давай. Давайте? Давайте. Давайте. И прогибаем поясницу вниз, наверх, вниз. Наверх, вниз, наверх. Супер! Ура! Вы умнички. Это тебе 3. Это тебе 3. Спасибо. Держите. Привет, не хотите поучаствовать в YouTube-выпуске, ответить на вопросы и получить косметику в подарок? Можно. Вопросы достаточно легкие, так что давайте с вами попробуем. Как определить, какой у тебя тон кожи? Не знаю. Хорошо, следующий вопрос. Что такое локдаун? Не знаю. Блин, что такое пипидастер? Что еще? Что такое пипидастер? Черт, у тебя не получилось, но, может быть, у вас получится. Давайте. 2 плюс 2 умножить на 2. 6. Правильно, одно косметическое средство уже есть. Кто такой Джеффри Стар? Не знаю. Что такое филлер? Не знаю. Ну ладно, одно косметическое средство все равно вы получили, так что держите. Консилер корейский, хороший. Ага, спасибо. Хорошего дня. И вам спасибо большое. Не, ну, ребят, ну не знать, кто такой Джеффри Стар в 20-м году, это нехорошо. Это, кстати, бьюти-блогер. Мои подписчики точно знают, кто такой Джеффри Стар. Приятного аппетита. Не хотите сыграть со мной в игру, я вам косметику подарю. Надо просто на вопрос ответить. Это прям это быстро и весело. Давай. Давайте. А, что такое маскне? Что? Что такое маскне? А, маскне – это появление на лице высыпания и раздражение из-за защитной маски. Что такое патчи? Это которые под глаза. Да. А как сказать, что это? Объяснить. Ну да, по факту это маска под глаза. А, ну и что такое краш? Что такое краш? Это красивый мальчик, который тебе нравится. Да, правильно. Вы ответили правильно на 2 вопроса, и я вам могу подарить. Смотри, ты ответила правильно на 2. Держи тебе 2 продукта. А вы ответили правильно, что такое краш, и я вам подарю тоже. Держите. Спасибо вам большое, что поиграли со мной. Блин, мне нравится, что все такие радостные, когда им даешь косметику, это приятно. Сначала супер неловко подходить, а потом, когда даешь косметику, все такие, я такая, это радостно. Короче, ребят, время выходит, вариантов немного. Я вижу следующую жертву, сейчас к ней подойду. Блин, я нашла целую кучу. А, давайте потом тоже к ним подойдем. А мы можем перехватить их людей. Привет, не хотите поучаствовать в YouTube-канале и выиграть немного косметики? Это моя задание. Вы хотите? Там уже нас отобрали. Да, это все, они под мою задание. А мы можем выиграть еще. Это правило не запрещено. Ну, может быть, да? Нет. Черт! И девушка, вы не хотите поучаствовать в YouTube-канале и выиграть немного косметики? Давайте, давайте, поучаствовать в YouTube-канале. Отлично. Ваше задание – это подойти к рандомному человеку и спросить у него, какую рыбу вам выбрать из этого аквариума. Вообще фигня вопрос. Держи. Привет, а сыграйте со мной в игру? Нет. Я вам за это косметику подарю. Не хотите сыграть со мной в игру? Нужно сделать очень простое задание, просто забраться по эскалатору, который едет в обратную сторону. То есть он вниз, а вы просто вверх заберетесь. Все. Вообще изи. Давайте там. Давайте. О, почему он делает это быстрее? Офигеть. Блин, очень круто. Какой спортивный парень.
Какой молодец, какой умничка, я в шоке, я в шоке. Это тебе, держи. Сможешь подарить кому-нибудь? Можно тебя обнять? Да, конечно. Девушка, не хочешь сыграть со мной в игру? Привет. Ну, можно. Супер, супер. Слушайте, как сходу, как приятно. А, смотри, тебе нужно будет сделать задание, я за это подарю тебе косметику. Окей, хорошо. Готова? Не против? Блин, супер. Давай. Я Лиана. А тебя как зовут? Лена. Очень приятно, Лена. Нет. Ты очень красивая. Ну, ты тоже класс. Спасибо большое. Тебе нужно подойти к любому человеку возле аквариума, я подойду с тобой, и спросить просто, извините, пожалуйста, вы не видели, где здесь аквариум? Не могу найти. Справишься? Давай. Да. Давай. Подойти. Давай. Вот. Давай. Ой, извините, вы не знаете, где здесь аквариум? Просто не можем найти, не подскажете? Нет? Нет. Извините, вы не знаете, где здесь аквариум? Аквариум. Просто ходим, не можем найти. Да. Аквариум. Нет? Аквариум. Не видели, где аквариум? Такой огромный тут должен быть. А, это аквариум? Блин, аквариум. Я думала, что это витрина. Спасибо да, огромное. Спасибо тебе огромное спасибо. За участие. Спасибо. Девушка, здравствуйте. Сейчас. Вы снимаете? Да. YouTube? Да. А тебя как зовут? Меня зовут Ульяна. Очень приятно. Хочешь сыграть со мной в игру? Вернее, не хочешь? У тебя нет выбора? Не, ну, конечно, есть. А, смотри, тебе нужно будет обнять 10 человек за минуту, а я за это дам тебе косметику. За минуту? Да. За минуту 10 человек. Ты готова? Да, нет. Я засекаю таймер. 3, 2, 1. Погнали. Ты, кажется, она не оставляет у тебя выбора, но это неплохо. Давай, давай, давай. Беги. У тебя еще 40 секунд. Сколько это? 6? Извините, пожалуйста. А можно смотреть? О, какая прелесть! Осталось еще трое. Пока что тебя бегут обнимать. Тебя бегут обнять, смотри. Держи. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, солнце. Все, пошла. Спасибо. Пока-пока. Короче, дела плохи. Я не знаю, сколько получилось у Лианы раздать вещей, но... Привет. Это была самая стрессовая история, господи, в моей жизни. Тебе было нормально? Просто я видела, как Лиза падала на колени. Я падала на колени, я сама делала упражнение кошечка. Я тоже это сделала, кошечка с пацанами в центре зала, мы такие втроем. Блин, а это ты подходила к мальчикам? Это что за чит? Я не подходила к мальчикам. А мужики вообще ничего не знали. Я им задаю вопросы, просто ноль правильных ответов, просто ноль. Момент истины. Вот наши весы. Сейчас мы будем проверять, кто победил. Кто победил, кто проиграл, кому предстоит опозориться просто на весь торговый центр. Хотя не только мне, но еще и потенциальному человеку. Да, тебе это что, по факту тебе надо просто найти человека? Заставить его надеть платье за 50 рублей. За холодильник косметики. За холодильник косметики, ребята. Ладно, погнали. Погнали. 320 грамм косметики осталось в пакете Лианы. Так, ну-ка. Лиса. Нормально, Лиса, он оставь, весит оставь 15 грамм мой пакет. Все прекрасно, как ты. Давай. 15 грамм весит пакет, 3 грамма весит пакет. 15 сантиметров. Ладно, извините. Черт! Пау, 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 пау. Просто вот так вот. Кто тут мамочка? Просто я 5 минут назад говорю, о господи, я не буду к ним никому подходить. Я сейчас просто пау, пау. Ребята, это нет. Итак, ребята, в самом конце этого видео у нас с вами есть одно зашкварное задание, которое сегодня так уж вышло выполнять нужно мне. Но зашкварное это задание не только для меня, но также и для человека, которому оно выпадет. Дело в том, что у нас есть потрясающий холодильник косметики. Это, да, настоящий холодильник, в котором можно хранить всевозможные ваши кремы и прочее. И он доверху набит абсолютно разной косметикой. Здесь чего только нету. Здесь есть все. Смысл того, что человек, который будет выполнять задание за этот холодильник, должен будет переодеться в замечательное платье за 50 рублей. Я не шучу, это реально платье за 50 рублей. Ну, типа, серьезно. Я не знаю, в какой момент моя жизнь сходилась до того, что я покупаю себе одежду за 50 рублей. Ну, типа, это очень странно, но почему бы не купить, если можно купить? Если честно, я сейчас сдохну, потому что это холодильник с косметикой, он реально очень тяжелый, ребят. Он пи***ц такой тяжелый, по-другому я не могу сказать. Блин, пришлось запикать, потому что реально тяжело.
Но я уже просто не могу никуда ходить, поэтому надо пройти найти человека, который будет выполнять трешовые задания за холодильник косметики. Я кого-то вижу. Привет! Хочешь холодильник косметики? Нужно выполнить одно задание, и ты получишь холодильник косметики. Какое? Нужно будет одеться в платье. Одно платье у меня, оно есть с собой. Подойти к любому мужчине и попытаться его склеить. Ну, нормальное, надеюсь, платье, да? Вот платье за 50 рублей, оно очаровательное. В этом платье можно соблазнить абсолютно... Это, осторожно, любой человек. Это юбочка от платья. И вот такой вот топик, здесь есть даже пряжка. Может, что-то менее постыдное? Нет, только так. Посмотри сюда, посмотри сюда. Холодильник, который полностью забит косметикой. Ну, может, ладно, да? Ладно, давай. Есть! Переодевайся. Если честно, оно выглядит совсем не на 50 рублей, оно выглядит на 200. Отвратительно. Отвратительно, блядь. Что это такое, блядь? Боже мой, я надеюсь, этого того стоит. Ну, мужчина, мужчина. Мне кажется, у вас упало что-то. Улыбка упала. Ужасно. Так слышно было? А? Так громко слышно было? Слышно было? То, что улыбка упала. Ну да. Ребята, ребята, слушайте, мне кажется, Бог вам дал все, кроме моего номера телефона. Хорошо вам дня. Вы очень красивые. Девушка, вы уронили что-то. Улыбку уронили. Вы уронили что-то. Улыбку уронили. Ой. Вы уронили что-то. Улыбку уронили. О, вы уронили что-то. А? Улыбку уронили. Спасибо. Я просто смотрю, где вот этот магазин. Я считаю, что вы по праву заслужили холодильник с косметикой, потому что это было просто потрясающе. Спасибо большое, что сделали приятно охраннику, приятно мне. И, в общем-то, платье можете оставить себе. Да, и мне тоже так кажется. А это я забираю себе. Я в нем пойду домой, хорошо? Да, я пойду в этом. Пока. Окей.